В Республике Башкортостан прошло торжественное мероприятие, посвященное подписанию договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Во дворце детского юношеского творчества города Салавата состоялся праздничный концерт, а также здесь прошло награждение победителей конкурсов «История Крыма» и «Города-героя Севастополя» как части общей истории России. Более 60 ребят приняли участие в конкурсе работ, в том числе воспитанники воскресной школы при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» города Салавата. Русская Православная Церковь в этом мероприятии не просто участвует и поддерживает само мероприятие, но также и наши дети воскресных школ приняли участие в этом конкурсе. И на стендах можно увидеть рисунки, сделанные детьми воскресных школ Салаватской Кумертауской епархии. То есть мы поддерживаем мероприятие такого масштаба, мы поддерживаем всесторонне.